Здравствуйте! В эфире телеканала «Салям» информационный выпуск новостей Хайбулинского района. С самыми последними событиями вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Итак, коротко о главном. Школьников встречают антиковидные инспекторы. Дорожная обстановка в районе под контролем. Православные христиане отметили крещение Господне. Об этих и других событиях мы расскажем вам сегодня. Итак, учебный процесс после зимних каникул в школах Башкортостана начался с учетом угрозы распространения нового штамма коронавируса – омикрон. Уже в понедельник учащихся школ встречали антиковидные инспекторы, которые обязаны следить за соблюдением санэпидтребований. Каждое утро для учащихся школы начинается с краткого опроса и, конечно же, замера температуры. В зоне ответственности у инспектора не только школьники, но и весь педагогический коллектив. В случае, если выявлено повышение температуры, отстранение от учебы или работы. Информация немедленно доводится до родителей. Все действия строго регламентированы. Ежедневно в школе проводятся мероприятия, обработка кабинетов и места общего пользования, проветривание классов, ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В случае обнаружения детей с симптоматическими заболеваниями мы изолируем их в специальном кабинете до прибытия родителей, которых мы информируем о болезни их ребенка, и после чего мы отправляем их на прием к врачу. Уважаемые родители, убедительная просьба, если у вашего ребенка появились первые симптомы болезни, общие недомогания, головная боль, насморк, кашель, боли в теле, температура, прошу вас, детей, не отправлять в школу с целью недопущения заражения остальных детей. В школе соблюдаются все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидбезопасности. Это и кабинетная система, когда дети не переходят из класса в класс. На всех этажах, пищеблоке, а также в актовых спортзалах работают рециркуляторы. Установлены антисептики. Такие требования действуют во всех школах республики с 1 сентября 2021 года. Зима во всей красе. В минувшие выходные на республику обрушился обильный снегопад, который плавно перетек в снежную метель. Федеральные и региональные СМИ транслировали непогоду и ее последствия. В нашем районе буран тоже был, однако ситуация была под контролем. О работе специальных структур в нашем следующем сюжете. Пока в республике бушевали метели, в районе был очередной буран. Во время непогоды основной удар приходится на дорожные службы. Для того, чтобы наладить транспортное сообщение между населенными пунктами, Ахат Игибаев вместе с напарником Гальяном Акбулатовым работали без выходных. К утру понедельника все дороги были расчищены от снега. Последним участком стала зона Ивановского сельсовета. Протяженность дороги, которая соединяет все населенные пункты и райцентр, составляет порядка 80 километров. Как отмечают сотрудники дорожной службы района, работа по расчистке дорог от снега и расширение проезжей части ведется в штатном режиме. Также они следят и за тем, чтобы на региональных и межмуниципальных дорогах не было гололеда. Песчано-соляная смесь у нас готовая, она, как говорится, мы ее регулярно используем. Это используется в основном по региональной дороге. Это региональное значение Юдубай-Акьяр-Сара. Сибай-Акьяр – это межмуниципального значения дорога. И Акьяр-Большая Бишева – это до Янтыша. Это в основном на асфальтированных дорогах. И, соответственно, Акьяр-Новочеркасск. У нас дороги все, проезд обеспечен в том плане, то, что асфальт везде чистый. Все чрезвычайные происшествия и неблагоприятные погодные условия фиксируются в первую очередь в единой дежурной диспетчерской службе. Каждый день к ним поступает гидрометеорологический прогноз, который позволяет оценить ситуацию не только специальным службам, но и прежде всего жителям. Ведь те самые смс-ки рассылает это подразделение. У нас еще на территории района работает КСИОН. Это комплексная система экстренного оповещения населения. То есть у нас здесь на базе есть такая программа, которую мы можем непосредственно оповестить население. Во всяком случае, у нас в Акьяре стоят 4 громкоговорителя. Это вот непосредственно от здания администрации, Башинформсвязь и возле суда внизу. Это, то есть напротив прокуратуры получается громкоговорители. Если какие-то экстренные сообщения, то есть именно для населения, мы можем произвести непосредственно через эту программу.
Помимо своей красоты, зима доставляет немало хлопот. Во время буранов автолюбителям лучше воздержаться от поездок. Как бы слажно ни работали все структуры во время непогоды, ответственность за свою жизнь в первую очередь несет сам человек. Гульнас Ибрагим, Ильнур Крымгужин, Венер Тулубаев и Гульнас Сурина. Служба новостей. Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии. Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда Национальный орган управления веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это сила для объединения мира. В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три наиболее распространенные религии – христианство, ислам и иудаизм, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира. И еще довольно большая часть населения исповедует буддизм, индуизм и зороастризм. Относительно религии, сам термин подразумевает отношение человека с Богом именно. Так как имеются разные виды отношений у человеческих, дружба, там, семейные, родители с детьми, супруги в браке, например, вот отношения. И отношение человека с Богом называется религией. Вот. Для чего нужна религия? Или, вернее, эти отношения. Потому что Бог, как Творец мира, Он и наш Отец, Родитель, Он хочет заботиться о своих детях, и Он проявляет заботу. Создав нас в этой среде, на планете Земля, Он хочет объяснить нам, какие законы бытуют в этой природе, как физические, так и духовные. Вот. Для чего это нужно? Чтобы, живя люди, не нарушая этих законов, вернее, даже соблюдая эти законы, или, как называется, заповеди, они были счастливы, они были здоровы, они были умны, успешны в жизни. То есть, что обозначается, значит, как одним понятием счастье? Религия – это то, в чем нуждается каждый человек. Если мы посмотрим на нашу историю, мы можем найти разные народы, у которых нету цивилизации, нету культуры, ну, не найдем ни одного племени, ни одного народа, у которого не было бы религии. Религия – это то, что дает человеку силу для жизни, силу для восприятия его окружающего мира. И поэтому Всевышний Аллах СВТ по милости своей отправлял к нам посланников, пророков, которые приходили с истинной религией, чтобы показать, объяснить человеку, для чего он живет на этом свете, откуда он пришел и куда он держит путь. И здесь основой для нас являются авраамические религии. Все они были посланы от Бога, у всех есть основа, и всех посланников и пророков этих религий мы уважаем, чтим. Мы не делаем различий между посланниками, между пророками. Все они для нас священные люди. Всех мы их в равной степени уважаем и любим. 19 января – Богоявление или Крещение Господне. В православном мире это один из главных христианских праздников. В этот день принято вспоминать крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О том, как отметили церковный праздник хайбулинские верующие, смотрите далее. Уважаемые жители Хайбулинского района, сердечно поздравляем всех вас с праздником Крещения Господня или Богоявления. Этот великий праздник исполнен такой духовной радости, и он в себе сочетает не только духовные смыслы, но и еще такой материальный аспект, когда происходит чудо, освещаются водные стихии всей земли. Это Бог как подарок дает людям, для того, чтобы они во благо использовали эту воду для здоровья, для помощи в добрых делах. В ночь с 18 на 19 января по церковным обычаям принято освящать воду, а по народам еще и окунаться в прорубь. Для того, чтобы совершить обряд крещения, в купель, которая обустроена на реке Таналык в селе Акьяр, приезжают целыми семьями из близлежащих деревень. Так, например, поступила и семья Куриновых из села Садовой. Сын Артем уже не первый раз окунается в проруби. Настроение хорошее, вода очень хорошая, бодрит. В следующем году обязательно сюда приду, искупаюсь еще раз. Искупался уже два раза. Первый раз попробовал в 4 классе, и потом один год я пропустил, и в этом году решил искупаться.
Крещенские купания уже давно стали поистине народными. В холодную купель погружаются все, независимо от национальности и вероисповедания. Для наблюдающих кажется, что вода там ледяная. Однако сами моржи так не считают. Заряд бодрости и положительные эмоции стоят того. Ощущение отличное. Все хорошо, как будто все заново родилась. Ага. Классно, всем советую. Чувствуешь себя бодро, хорошо и вообще столько эйфории, просто это передать невозможно. Лучше испытать это на себе. Пока одни окунаются в воду, другие следят за порядком. За всем происходящим пристально наблюдают сотрудники МЧС, полиции, администрации и других структур. Для переодевания оборудован шатер с отопительной пушкой. Дежурит карета скорой помощи. Ну, постоянно дежурим около них. Кто-то ныряет, мы рядом стоим, встречаем с воды, провожаем их вот, значит, в шатер. У нас шатер прекрасный вот сделали, там очень тепло. В первую очередь в нашем чемоданчике, конечно же, должен быть аппарат для измерения давления, потому что при купании может упасть давление или понизиться давление. Этот аппарат у нас обязательно должен быть. Ну, обезболивающие обязательно должны быть. Вдруг, например, человек поранится, например, правильно, ударится об дно, например, да, может быть такое. Но в основном мы здесь можем только оказать первую помощь, а потом мы доставляем уже пострадавших уже, естественно, в больницу. Непосредственно там уже занимаются врачи ими. Поэтому это медицинская сумка только для оказания первой медицинской помощи. На трескучем морозе нырнуть в ледяную купель – настоящий подвиг веры. Однако помимо окунания, самое главное – это молитва и чистые мысли. Гульназ Ибрагимова, Ильнур Крымгужин, Венер Тулубаев и Гульназ Сурина. Служба новостей. Они давно уже на заслуженном отдыхе, однако сидеть сложа руки не привыкли. Пенсионеры Хайбулинского района, несмотря на возраст, ведут активный образ жизни и с легкостью выигрывают гранты. За последние 5 лет уже 4 грантовых проекта Совета ветеранов Хайбулинского района одержали победу. Одной из приоритетных задач работы Совета ветеранов является любые методы стимулирования пенсионеров. Вот с этой целью последние 5 лет мы выиграли 4 гранта. В 2016 году выигранный грант использовали на пошив сценических костюмов. В 2021 году это грант главы Республики Башкортостан, это компьютерная азбука для пенсионеров. В 2019 году выигранный грант стимулировал деятельность пенсионеров по ветеранскому подворье, она называлась «Забота и внимание». Одним из ярких подарков, я считаю, это выигранный грант для наших пенсионеров, который называется «Культурное наследие башкирского народа». Задачу социализации пожилых людей успешно решает централизованная библиотечная система района. Таким образом, в 2019 году на базе районной библиотеки был создан инструментальный ансамбль «Юшан», который на днях совместно с Советом ветеранов района выиграл президентский грант «Культурное наследие башкирского народа». Участниками коллектива стали бывшие учителя, культработники, библиотекари, объединенные идеей духовного возрождения нации, передачи фольклорного наследия башкирского народа молодому поколению через устное народное творчество, через музыкально-инструментальное искусство посредством музыкальных инструментов гармони, мандолины, а также исконно башкирских народных инструментов курай, кубыс, кылкубыс. Инструментальный ансамбль «Юшан» ведет большую работу по популяризации башкирского народного творчества и воспитывает любовь к родному искусству. Благодаря грантовой поддержке будут пошиты народные костюмы для участников коллектива и приобретены народные инструменты. Біздің «Юшан» халық ансамблінің әр бір сығышын тамашасылар бір дәррәу алқыштарымынан қарша ала. «Юшан» халық ансамблінің есеміле өзі біздің яқташыбыл халық ядосығы Қадем Аралбаевтың «Юшан» есеміле шиғырынан алынған. Тоған яққа хүйеу, тоған еріңе хызмет ету, әр кімдің еңінде ята. Біз яңы сәхне кейімдерін алып, халқыбызды тағыла сағырақ сығыштарыбызмен қуандырыбыз деген үмітті қалабыз. Хем шулай ұқ фарсаттан файдаланып, район халқына мүрәжәғатымда бар. Кімдер ұстайты баянда ойнай, гармонда, құрайда, мандалинала, хем құмызда. Әйдегіз, рәхим етіп, ұшылығыз біздің коллективқа.
17 января во второй половине дня произошло ЧП на одной из центральных улиц Акьяра. На случайных кадрах, которые попали в сеть, можно увидеть факт возгорания автомашины Kia Rio. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Уважаемые автолюбители, во избежание несчастных случаев не используйте оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. Рубрика 02 сообщает. За прошлую неделю с 10 по 17 января в дежурную часть отдела МВД России по Хайбулинскому району поступили следующие сообщения. ДТП. Два дорожно-транспортных происшествия между двумя автомашинами без пострадавших зафиксированы в селе Акьяр. Автомашины получили механические повреждения. Разное. За управлением в нетрезвом состоянии задержаны четверо лиц из сел Акьяр, Татарузяк, Садовый и деревня Мамбетова. Автомашины помещены на штрафстоянку. Масочный режим обязателен? Сотрудниками полиции выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований в период эпидемии коронавируса некоторыми жителями района. Составлено 8 административных протоколов. В различных магазинах районного центра и других общественных местах находились без масок жители сел Акьяр, Бурибай, Самарской и деревни Мамбетова. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч!